32-й маршрут, возможно, вернут. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Красноярска на заседании городского совета депутатов. По словам Максима Силкина, сейчас все упирается в ремонт улицы Майорчака. Главное желание, в первую очередь, студентов добираться от СФУ на Свободном до учебных корпусов на Майорчака без пересадок. А потому, пока ремонт не закончится, автобусы не поедут. Проблема в том, что сроки ремонта Майорчака сдвигаются, но как только трассу приспособят для движения общественного транспорта, связь между корпусами университета восстановят в полном объеме. Напомню, студенты даже создали петицию с просьбой вернуть 32-й маршрут. Правда, будет это именно он или другой, в департаменте транспорта не уточнили. По 32-му маршруту, как я уже говорил, решение, естественно, принято. Это не будет в том виде 32-й маршрут, в котором мы его видели. Маршрутная сеть и сохранение корреспонденции, которую, в принципе, логично требовали и просили жители как Октябрьского района, так и Железнодорожного, в том числе студенты, будет восстановлена.